Европе происходит свертывание промышленности. Они свертывают базовые отрасли промышленности, энергоемкие, пытаются компенсировать это сворачивание за счет, так сказать, высокотехнологичных отраслей. Это не получится. Это маневр красивый, он позволяет статистически прикрыть, замазать катастрофу, по сути дела, хозяйственную прошлого года и нынешнего года. Но, тем не менее, отказ от базовых отраслей промышленности для современных экономик невозможен, поэтому Европа будет нищать. Они будут, скажем так, их социал пусть и будет сокращаться, но социальная помощь будет все менее обеспеченной реальным производством. Соответственно, евро будет потихонечку слабеть.